Карантин из-за чумы свиней могут объявить в Лысогорском районе. Ветеринары выехали туда, чтобы выяснить причину массовой гибели животных. В селе Атаевка зарегистрирован случай падежа свиноматки в личном хозяйстве. Изучение анализов показало, что скотина погибла из-за африканской чумы. Кроме того, в соседнем селе обнаружили живых диких кабанов с этим заболеванием. Специальная комиссия готовит материал на установление в селах Лысогорского района карантинной зоны. Предстоит выяснить, откуда пришли дикие кабаны – из соседней Волгоградской области, где были очаги заболевания, или же это местная популяция.